Ну, 120 миллионов взыскали, ну, миллиард взыскали. Сейчас мы с Уземной газом миллиард взыскиваем, 1,5 миллиарда совместно проверкой. Но это же нам, это же деньги, это же не природа, это же не воздух, это просто бумага, деньги это. Вот о чем мы сегодня хотели собраться с вами, потому что это жизненный вопрос. И поэтому я вам задаю вопрос вот такой. Если же из года в год нарушается закон, если ребята за погонями прибыли, не хотят соблюдать экологическое законодательство, мы можем ставить вопрос о приостановлении этих предприятий? По кормам я еще раз думаю, что это очень богатые организации, для них это копейки. А вот когда по производству мы приостановим эксплуатацию производства, вот тогда они ошутят силу закона. Что это такое?